Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание нашей любимой кухне и поговорим о том, что обязательно должно быть на вашей кухне. И именно эти предметы, эти вещи помогут защитить ваш дом и приумножить достаток и благополучие в нем. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. А прямо сейчас подпишитесь на канал «Эзотерика для тебя», ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Каждый из нас хочет привлечь в свой дом счастье, удачу, изобилие и благополучие. И вы, конечно же, знаете, что многое зависит от того, какая энергия находится в вашем доме. Если дом наполнен положительной энергией, соответственно, она притягивает все положительные энергии одну за другой. А вот если дом наполнен негативом, у хозяев начинаются разные неприятности и беды. И все плохое так и липнет к ним. Чистота в доме и правильный чистки очень важны для того, чтобы привлечь в дом положительные энергии. А кухня, наша кухня, она вообще должна находиться в идеальной чистоте, так как это сакральное место в доме, и светлые энергии зарождаются именно с нее. Если на кухне идеальный порядок в доме, то знайте, что всегда будут водиться деньги. Если у вас чистая и красивая кухня, ее энергия, которой она наполнена, она принесет вам достаток, моральное спокойствие, положительные эмоции и хорошее настроение. На кухне никогда не должно находиться разбитой посуды и ненужных вещей, потому что они будут притягивать к вам негатив, бедность и разного рода неудачи. Кухонные полотенца обязательно должны быть без пятен и всяких дырок, так как в таком виде они тоже притягивают негатив. Все должно быть наоборот, красивое и не грязное. Потому что когда вы достаете эти вещи для пользования, глядя на них, вам приятно, вы улыбаетесь. И ни в коем случае в этот момент это не должно вызывать у вас огорчения. На кухне всегда также должно быть и уютно. Никогда не выясняйте отношений на кухне. Если происходит такая ситуация, сразу выходите. Ведь так вы будете сразу притягивать вот эту вот разрушительную энергию, сакральное место в доме, что будет приводить к дальнейшим, к ссорам в семье и даже, возможно, к разводу. Освещение должно быть на кухне хорошим и ярким. Часто старайтесь зажигать свечи, это будет убирать негатив, который мог просочиться и не давать ему притягивать к себе плохие энергии. Готовить и есть всегда нужно только в хорошем расположении духа и со светлыми мыслями на душе. Если вы на кухне будете делать все правильно, это только укрепит ваши энергии. Но еще наши предки знали, что для того, чтобы помочь укрепить энергетику дома, нужно обязательно кухню заполнять разными оберегами. Для каждого места в доме подходят свои, и они обязательно должны быть без повреждений, пыли, чтобы работать в нужном для вас направлении. Также их нужно правильно подзарядить положительной энергетикой, чтобы они с каждым днем все больше притягивали ее в вашу жизнь. Мысли, желания, обряды – все это влияет на энергии, которые окружают нас. Поэтому мысли и желания должны быть сформулированы правильно и нести в себе только положительный посыл. Итак, на кухне какие же должны быть обереги?
Это веник. Веник – это самый важный оберег. Ему нужно уделять особое внимание. Всегда держите его в правильном месте и обязательно относитесь к нему с уважением. После использования его обязательно нужно промывать под проточной водой и при этом говорить такие слова. Важный оберег дома мою, весь негатив с него смою. Будет мне и дальше служить и хорошую энергию также в дом приводить. Помните о том, что веник всегда должен стоять вверх щетиной, так он будет притягивать богатство в ваш дом. Никому нельзя давать прикасаться к вашему венику, чтобы человек не забрал ваш уют и стабильность. Скатерть обязательно должна быть на столе на кухне. Она также притягивает положительные энергии и оберегает ваш дом от беды. С помощью скатерти можно притянуть в дом энергию денег и стабильности. Она также защищает от недоброжелательных людей, поэтому после каждого приема гостей ее обязательно стирайте в проточной воде. Следующий сильный оберег – это лавровый лист, и он обязан быть на каждой кухне. С его помощью в дом притягиваются все нужные для вас положительной энергии. Также с его помощью можно приумножить то, что уже у вас имеется, и не дать плохим энергиям распространяться по дому. Следующее – это чеснок. И чеснок он способен уберечь и от сглаза, и от негатива, который ваш дом может принести человек, к сожалению, с нечистым сердцем и мыслями. Он отобьет всю зависть и поможет удержать положительные энергии вашего дома. Лучше, если это будет связка чеснока, но если нет такой возможности, хотя бы одна целая головка должна лежать на видном месте, чтобы когда человек приходит в ваш дом, сразу же на нее натыкался. Так она будет впитывать негатив, если ваш гость с ним пришел. Следующее – перец. И перец считается также сильным оберегом для вашего дома. И обязательно он должен быть на кухне, так как он несет в себе энергию огня и будет убирать весь негатив. Он будет надежно защищать всех, кто живет в доме, от сглаза и зависти. Поможет укрепить семейные отношения и уладить конфликты, если таковые имеются. Прихватка также должна присутствовать на кухне. Она символ крепкой и дружной семьи. Ее уют лучше, конечно же, выбирать прихватку, на которой изображены цветы. С таким изображением прихватка будет напитываться положительными энергиями. Они должны всегда находиться у вас на виду. Если вы правильно разместите все ваши обереги, то плохие энергетические потоки не будут притягиваться в ваш дом и будут обходить стороной. Помните, ваш дом – это ваша крепость, и чем лучше вы ее укрепите, тем спокойнее и счастливее вам будет в нем житься. Вот сегодня, друзья, вы теперь узнали, какие обереги обязательно должны быть на вашей кухне. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь, ставьте лайк, и мы услышимся с вами в следующем видео. А прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Обязательно переходите и смотрите. Приятного вам просмотра!